За счет чего сегодня удалось победить? Ну, за счет, наверное, стараний моих ребят, за счет, так сказать, умения и хороших, так сказать, взаимодействий, которые, так сказать, мы продемонстрировали. Хочется отметить «Факел М». Они организованно первый тайм играли. Имели, так сказать, пару хороших подходов, но мы справились. Ну, второй тайм как бы уже проходил по нашему сценарию. Уже как бы мы, имея, так сказать, и игрока, забили гол быстрый, плюс имея, так сказать, игрока в большинстве, так сказать, уже, ну, те моменты, которые мы создавали, все-таки нужно, ну, более, так сказать, хладнокровнее реализовать, потому что 5-6 моментов, ну, все-таки это много для того, чтобы не забивать. И так вот нервно прошла, так сказать, вторая половина. Забили бы раньше, как бы, естественно, спокойно все бы прошло и закончили бы уже, думаю, что с более крупным счетом. Достоверна ли информация, что вы покидаете «Сатурн»? Ну, разговор был, поэтому сейчас все в стадии, так сказать, решения. Контракт заканчивается, предложений нет, поэтому нужно время, чтобы, так сказать, принять решение.